Приветствую всех, с вами Низирамус, мы продолжаем проходить второй Паразит Ив на уровень сложности. На уровень сложности Скавенджер. И мы воссоединились с Кайлом Мэддиганом. Скушай в этой штуке здоровья. Главное, чтобы его не ушатали. Хотя... Тут его особо некому ушатывать. И сейчас я не пойду в Драйфилд, как только у меня будет такая возможность. Сейчас мы пойдем вместе с ним до... Гениальный мужик. Давай, критани, критани. Отлично. Кайл, просто не лезь. Вот когда появятся вот эти водные штуки, тогда на них будешь лезть. Тут лезть не стоит. Так, тут ничего нет. Поднимайся вверх. Тут можешь палить. Вот у нас число... 18. Все, сломали систему этому монстру. Мэддиган, как так можно? Пали по нему уже. Ну наконец-то. Ой-ей, мужик. Монстр, думайся, не надо тебе это. Лечилка для маны второго уровня. Тут сейчас один или два этих будет, да? Один, да? Ну да. Кайл, не подходи, убью же. Мне потом еще конец игры пропишут из-за тебя. И такой крутой типа добил, да? Молодец вообще. Чтоб полечился, как и я после каждой битвы. Иди сюда. Доз. Ну молодец вообще. Просто взял, получил по лицу. Или не очень по лицу. Неважно. Панельку я потом потрогаю. Ну вот этот лифт, по-моему, нужен, да? Нам даже не предложили выбор, куда пойти. Вот. Ты выходишь здесь. Что? Я иду наверх. Мы так покроем больше площади. Вот, возьми.
карта. Что это? Карта принадлежала одному из работающих здесь. Ах, да. Должен сказать и пароль. Мелисса. Майя. Что? Ты меня слышала? Имена первых носителей на митохондрии. Эй, не пойми меня неправильно. Майя была моей сестрой, Мелисса. В общем, бери себя и удачи. Очень быстро они диалоги, конечно, проматывают. Сейчас до них дошло, что кто-то тут их убивает. Давайте. Отлично. Гусеницы-красавицы прожарились. Все, все гусеницы прожариваются. Что моя задача сейчас просто отойти подальше и радоваться тому, как ароматно хрустят жареные гусеницы. Конечно, эту дверь открыть. Ну, давайте уже сейчас можно вернуться. Что мы уже окончательно определили то, каким путем мы пойдем, поэтому теперь уже можно вернуться туда, в Драйфилд. Ну, тем более, что уже по результатам битвы с огнедышащим драконом, который ни разу не дракон, конечно, мы уже определили, как здесь события развиваться будут. Потому что я не уверен, но, по-моему, можно даже было выйти сейчас в Драйфилд вместе с Кайлом и успеть именно с ним пойти обратно в лабораторию. О. Ах ты, гад. Сколько же в тебе жизни? Где-то около 300, там 280, может 290, кто его знает. Явно больше 250. Или может как раз 270. Замечательно, одновременно добил. О, светляк. Вот светляк — это супер. Лестница наверх. Сейчас внизу еще кто-то, да? Нет, замечательно. Давайте светляком зарядим пока что. О, заодно в драйв вот сейчас как раз сбросим всякие гранаты, патроны, вот эти М4А1 и прочие хрень. Потом пробежимся. Стоп, зачем я сюда вышел? Мне нужно как раз
через подвал пройти. И на высокой сложности, по-моему, в одной из этих комнат будет... Ну, точнее, в одно... В один из респавнов в этой комнате будет супер-мега-невидимка. Давайте возьмем. Ой, что? А, понятно. Здесь нормальные враги. Я уже испугался. Какая-то музыка или битва необычная. Интересно, с чем это связано. Давайте уж сразу тогда подвал этот дочистим. У меня вспышка есть. Я ж последнюю вспышку выкинул. Тогда не будем. Хотя ладно, зайдем все равно, чего что. Не думаю, что меня с моим здоровьем кто-то там убьет. Тем более тут упоротые кролики. Подумал, они не упорты. Специально подождал, что он будет делать. Но он начал как раз обратно в свою спящую позу вставать. Сказать по правде, я уже жду не дождусь, когда я пройду вот этот режим и приступлю к самой высокой сложности. Надеюсь, оно мне откроется. Очень надеюсь. Все? А, не видим сейчас, да? Ну чё, давно не виделись, парни. Соскучились? А у меня вот пули помощнее стали. Так, это убирать, убирать. Тоже уже нафиг не нужен. Так, Спартан, пожалуй, оставлю. Так, это тебя заберу. Ули. Пока оставлю, посмотрим. Да хватит уже растворяться. Перерастворялся уже. Так, давайте-ка съедим. Блин, порядок хочу навести. Три лекарства. Пушка. Пушка номер два. Давайте эту Спартану зарядим. Если я ее уж возьму, значит буду и палить помощнее. Тебя светляком. Сколько мне там осталось. И обычные пули дробовика возьму на случай, если светляк кончится или нужно будет в бою ставить обычный патрон. Красный. Сюда, выглядит знакомым. Подождите-ка, это ж машина Пирса. Что здесь происходит?
Здесь даже специальные воздушные баллоны, которые он установил. Даже должно быть, он приехал сюда. Зачем? Ну, этого Айя уже не узнает, насколько я понимаю. Да, врагов немного. Да и видите, вот на Water Tank никого нет. Значит, там мы ничего хорошего и не получим. Давай, подходи. Халявная комната. Здесь даже без критических атак она прошлась бы очень легко. Здесь сейчас пони будут, да? А, да, конечно, будут кони. В помещении, в котором никого нет. Разве я считался? Ты обдолбался, что ли, там? Кошмар. Из-за этого кроликов не люблю. И именно из-за этого же люблю вспышку. Я знаю. Чё, парни, готовы? Зачем я патрон трачу? Хоть они потенциально бесконечные. Это только потенциально. Ну, в любом случае, ладно, будем. Не ждать же, пока они сами помрут. Ты животное. Козёл маленький. Пока. Залечим все же. И даже сразу что-нибудь изучим. Давайте плазму. Все равно надо будет ее изучать. Потому что мне нужно то заклинание максимального уровня. Это апобиозис. Или как он там называется. И как он там читается. Называется он так.
прекрасно. Из-за того, что были эти маленькие красненькие взрывы, мы дали очень даже хорошее количество опыта. Точнее, не опыта, а очков магии восстановили. Здорово, товарищ. Чухе. Чухе. И чё он здесь делал? Давайте используем. Я думаю, если эту броню до конца я пройду. Она хороша. Здесь его нет. Или... Ну, здесь, по идее, тоже его не должно быть. Давайте зайдем через здесь, в этот лофт, он же чердак. Что раз мне пока что больше нечего положить, сделаю вот так. Хотя в будущем я сюда этих пару вспышек и положу на место, которые мне там обычно лежали. Ох ты ж гад. Да, здесь я все забрал. Один из талисманов, который мы с собой таскаем, мы не получим. Потому что не у кого его забрать. Но у нас еще... А, можно валить в любую минуту, лучше не прыгать. Интересно, что сейчас появится у Дугласа. Он же сейчас увеличил себе магазинчик, по идее. За то время, что у нас не было. Интересно, что именно у него там могло появиться сейчас. И чё ты ко мне подошёл? Чё тебе надо? Чё ты только в одного попал? Да сдохни ты! Just die already! Даже восстановили мне очки магии. Здоровья 5 штучек не хватило. Это вообще не беда. Уже не встречает нас дробовиком в лицо. Можем купить винтовку себе. Патроны к винтовке даже. Обалдеть. Я лучше
несколько вспышек возьму. Да, не очень большой ассортимент у него появился. Пока что она мне не нужна, честно. Позже обязательно возьму. Уже когда-нибудь. А ладно, ну, давайте возьмем чего уж. Да, все-таки возьмем, пускай лежит. Не помешает. Так, 10. Но заряжать я уж 6 пачек куплю. Не буду 10 пачек покупать, потому что их иногда дают. Тебя заряжаем. Тебя... Это поставим. Сюда вспышку. А я не буду покупать ножичек. Что-что, вот ножичек уж точно вряд ли нужен. По крайней мере сейчас с собой. Да и выходить на ближнюю дистанцию, это не лучший вариант, честно. Знаете, мне как-то лень идти в те две комнатки. Мы сейчас не стремимся собрать всех, поэтому можно и пропустить. Тем более, что это не усиленные враги, с которых может что-то реально интересное упасть. Жду, кто сейчас поплывет. Но вспомнил, что сюжет не продвинулся, поэтому никто не зареспавнился. И давайте прямо здесь сохранимся и закончим серию. Такая небольшая серия получилась. С возвратом на другую территорию. Сейчас я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.